Я думаю, что Наталья Владимировна пожелала всем удачи, но я думаю, что давайте пожелаем всем удачи, но нашим спортсменам пожелаем особой удачи у нас в Ханты-Мансийске. Миссис Наталья Комарова has ну, это разумеется. Пусть Россия будет сильнейшей на чемпионате планеты. Всем удачи, а нашим больше. Good luck to everyone and more good luck to ours. Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Юрий Нагорных. Deputy Minister of Sports, Tourism and Youth Policy of the Russian Federation Юрий Нагорных. Уважаемый господин Андерс Бесеберг, президент Международного биатлонного союза, дорогие гости, лучшие стреляющие лыжники из 40 стран мира, тренеры, судьи. Dear Mr. Anders Besseberg, President of International Biathlon Union, dear guests, dear best shooting skiers of the world, the fans, the judges. Разрешите приветствовать вас в России, в Ханты-Мансийске по поручению правительства Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики России. May I welcome you in Russia, in Ханты-Мансийск, on behalf of the government of the Russian Federation, on behalf of the Ministry for Sport, Physical Fitness and Tourism. And в России этой зимой проходит очень много крупных международных событий по зимним видам спорта. Но, безусловно, главное событие – чемпионат мира по биатлону. This year Russia hosts many important winter sports events, but the most important event of this season is IBU World Championships Biathlon. Предстоящие 10 дней именно Ханты-Мансийск станет спортивной столицей России и спортивной столицей мирового биатлона. For the next 10 days it will be Ханты-Мансийск that will become the sports capital of Russia and the sports capital of the world. Мы желаем удачи спортсменам. Безусловно, сегодня надо сказать самые искренние слова благодарности правительству Ханты-Мансийского округа Югры, губернатору Ханты-Мансийского округа Югра Наталье Владимировне Комаровой и всем тем жителям, которые создали этот уникальный праздник и построили этот уникальный стадион. We want to wish good luck to all athletes and want to thank the government of the Ханты-Мансийск Autonomous Округ Югра, the governor Mrs. Наталья Комарова, and all the citizens who helped build this outstanding stadium. Чемпионат мира по биатлону является завершающим событием первого года нового олимпийского цикла. А завершится этот цикл на нашей домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Я желаю всем спортсменам пройти этот путь и лучшим попасть на Олимпиаду в Сочи. Спасибо. Присоединимся и мы с вами к словам Юрия Нагорных, потому что действительно в России все больше площадок, которые позволяют принимать зимние виды спорта, и Ханты-Мансийск является одной и едва ли не самой подготовленной пока к этому приему, президент к приему зимних видов спорта, в частности биатлона. Сейчас слово Андерсу Бесебергу. Мистер Vice President for Sport of the Russian Federation, Governor, dear biathlon friends. Господин заместитель министра Российской Федерации, госпожа губернатор, дорогие друзья биатлона. First of all, I would like to thank the Russian Biathlon Union and the people of Ханты-Мансийск for inviting us to this highlight of the season 2011. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Российский союз биатлонистов и правительство Ханты-Мансийского автономного округа за то, что пригласили нас сюда, на это событие, которое венчает сезон года. As we know, are staying in one of the best and most modern stadiums for biathlon in the world, I would like to thank the organizing committee for doing their utmost to present as good as possible and equal conditions for our athletes. И сейчас, стоя здесь на одном из лучших биатлонных стадионов мира, я хочу поблагодарить организационный комитет за то, что они приложили все усилия для того, чтобы создать лучшие и наиболее справедливые условия для всех спортсменов. Our sponsors, all fans of biathlon and all spectators, I can promise you the most exciting competitions we have probably seen in this world in the coming days. И в ближайшие дни я обещаю вам, спонсоры,
болельщики, любители биатлона, что вы увидите самое захватывающее состязание, которое мы наблюдали за прошедший сезон? Let us together make this to a big success for the sport of biathlon. Давайте все вместе сделаем это мероприятие большим успехом биатлонного спорта. And in the name of the International Biathlon Union, I declare the World Championships 2011 Ханты-Мансийск, Russia, for open. От имени Международного союза биатлонистов я объявляю чемпионат мира по биатлону 2011 года в Ханты-Мансийске открытым. Открыт чемпионат мира по биатлону. Смотрите, какое огромное количество зрителей прибыло на трибуны этого центра зимних видов спорта для того, чтобы понаблюдать за красочной церемонией открытия. Ну а сейчас нас с вами ждет торжественное поднятие флага. Сначала выносится флаг Международного союза биатлонистов в семью, специально подготовленными для этого молодыми людьми. Вдоль парада стран они проходят. И сейчас будет поднят флаг Международного союза биатлонистов. Наши биатлонисты будут принимать участие в почетном подъеме флага. Иван Черезов, Евгений Устюгов, Ольга Зайцева, Светлана Слепцова. Эти четверо российских биатлетов сейчас поднимут флаг Международного союза биатлонистов. Еще раз напомню, что российская сборная представлена 16 спортсменами. Это максимальная квота. Буквально в самый последний момент была сделана одна единственная замена в нашей команде. Вместо заявленной изначально Екатерины Глазыриной представлять Россию на этом чемпионате мира будет Анастасия Токарева. Поднимается флаг Международного союза биатлонистов. Видим, что здесь уже висит флаг России. Ну и фактически вот этот подъем, он означает, что чемпионат мира по биатлону 2011 года открыт. Помимо государственного флага Российской Федерации, здесь также флаг Ханты-Мансийского автономного округа Югры, флаг самого Ханты-Мансийска, флаг Союза биатлонистов России и вот флаг Международного союза биатлонистов. Ну и вы, наверное, прекрасно понимаете, почему церемония открытия назначена на первое число, тогда как соревнования начнутся только с 3 марта. Конечно, нужно дать всем спортсменам поучаствовать в этой церемонии открытия или хотя бы посмотреть ее. Потому что так часто случается, когда на Олимпийских играх спортсмены, которые выступают уже в первый соревновательный день, а некоторые еще и до официального открытия, начинают соревноваться. Так вот, у них нет возможности поучаствовать в церемонии открытия. На этом же чемпионате мира такой несправедливости не будет. Все желающие из тех более чем 350 спортсменов прибыли в Центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске для участия и просмотра церемонии открытия соревнований. Напомню, что российскую сборную на этом турнире будут представлять в
алфавитном порядке у мужчин. Алексей Волков, Евгений Гараничев, Андрей Маковеев, Максим Максимов, Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Иван Черезов и Максим Чудов. В женской сборной за нас будут выступать Анна Багаль-Китовец, Ульяна Денисова, Наталья Гусева, Ольга Зайцева, которую мы только что видели, Яна Романова, Светлана Слепцова, она также принимала участие в подъеме флага Международного союза биатлонистов, Анастасия Токарева и Екатерина Юрлова. Начнется же чемпионат мира 3 марта соревнованием в смешанной эстафете. Два этапа у женщин по 6 километров и два по 7,5 у мужчин. Завершится же первенство планеты 13 марта женской эстафетой. На церемонии открытия чемпионата мира 2011 года по биатлону звучит гимн этому самому чемпионату. Данный эпизод открытия называется «Праздник друзей». Действительно, это самый настоящий праздник теплых приятелей, как минимум, если не друзей. Среди спортсменов очень сложно обнаружить настоящих друзей, но большинство спортсменов, которые перемещаются с места на место, от места проведения одного этапа Кубка мира к другому, много действительно очень теплых приятелей. И вот мы видим, что вот за такие медали будут соперничать участники чемпионата мира в Ханты-Мансийске. Традиционные золото, серебро и бронза. Будем надеяться, что наибольшее число наград, в частности наград золотых, достанется спортсменам из сборной России. Ну, уже есть некие новости на этом чемпионате мира. Сразу по прибытии немка Магдалена Нойнер отметила, что ей очень нравится в Ханты-Мансийске. Она не чувствует усталости, несмотря на 5-часовой перелет. У нее очень хороший настрой. Готова она сама хорошо. Однако же сама себе Магдалена пожелала и удачи. Есть и такие новости, как, к примеру, трещина в винтовке у Бьорна Ферри. Придется заводиться суперклеем, посетовал шведский биатлонист. Некоторые спортсмены, которые хотели бы принять участие в соревнованиях, пропустят их. В частности, вот словенец Яков Фак из-за того, что обморозил указательный палец правой руки на этапах Кубка мира в США, не прибыл в Ханты-Мансийск, потому что появилась, к сожалению, угроза ампутации. И для того, чтобы палец сохранить, теперь нужны восстановительные процедуры, а не соревнования, тем более на таком морозе, который стоит сейчас в Ханты-Мансийске. Но будем надеяться, что и без этого получится очень интересным, очень красочным и хотелось бы, чтобы очень радостным для российской сборной, для российских болельщиков этот чемпионат планеты. Пусть наши спортсмены подарят нам немало радостных минут. Завершающая часть церемонии открытия чемпионата планеты. Произнесены все приветственные слова, все слова напутствия. А я напомню, что 2 марта празднуется официальный день рождения биатлона. Биатлону завтра 53. Ну, собственно говоря, совсем еще детский возраст для вида спорта. В 1958 году впервые был проведен чемпионат мира по биатлону. И с началом весны мы отмечаем и день рождения этого прекрасного, этого замечательного вида спорта. Четырежды награждение призеров в различных дисциплинах программы состоится на центральной площади города Ханты-Мансийска. В частности, призеры в первом виде программы в смешанной эстафете получат свои медали в центре города. Красочный фейерверк, сейчас можно увидеть над стадионом, над Ханты-Мансийском, и зрители не расходятся, несмотря на то, что, мягко говоря, в Югре не жарко. Ну что же, досматривают зрители фейерверк, мы с вами досмотрели церемонию открытия. Еще раз пожелаем успехов всем российским спортсменам, ну а сами будем смотреть. С 3 по 13 марта чемпионат мира по
биатлону в Ханты-Мансийске. Церемония же открытия на этом завершена. Меня зовут Александр Гришин. Всего доброго, мы счастливы.